Вот оттуда был, да? Вы были? Нет? Да, вы, пожалуйста. Нет. А, вас уже презентовали? А, с презентацией. Пошли. А, презентация. Хорошо, включайте, давайте. Да. Можно просто без презентации. Идите сюда, да. Дмитрий, пожалуйста. Добрый день. У меня такая идея, не знаю, есть open source код для того, чтобы управлять посадками, поливом, там, контролем кислотности почвы на грядке. Я хочу это немножко интегрировать с московскими реалиями и немножко нейросети сюда добавить и, не знаю, управлением умной рукой. То есть хочу, чтобы в подвале наших домов росли помидоры, которые с утра их срывали, а днем я их кушал. Есть в моем понимании всякие чердаки и подвалы, которые плохо используются. Вот я хочу найти вот экспертов, с ними подетально обсудить свою финансовую модель того, как я это вижу. Но если получится по 300 там, рублей за килограмм помидоров, я думаю, что все будет хорошо. Еще разработчик. Завтра ко мне должен приехать чувак, который, ну, бэкэнд-разработчик должен приехать. Ищу фронтенд-разработчика и дизайнера. Сам немножко по мобилку пишу. Вот такие дела. Спасибо. Спасибо. Держите, изобразить это как-то. Вы номер 7. Можете нарисовать, можете написать. Семь, да. Пожалуйста, кто следующий? Сейчас, подождите. Презентация, да? Да.